Дорогие соотечественники, примите самые теплые поздравления с новым 2019 годом и Рождеством Христовым. Это любимые всеми праздники, которые объединяют людей разных поколений, несут в себе веру в успех и добро. Для Чувашской Республики 2018 год стал годом созидания и поступательного развития. Мы строили детские сады, школы, дороги, ФАПы и спортивные объекты. Создавали комфортную среду для жизни, работы и воспитания детей. В преддверии праздников хочу поблагодарить жителей Чувашии за неоценимый вклад в процветание родной республики. Благодаря вашему ежедневному труду, неравнодушию и инициативности Чувашия развивается. Убежден, что наступающий 2019 год откроет для нас много новых возможностей для роста экономики, совершенствования социальной сферы, отраслей культуры и спорта, позволит закрепить результаты, приумножить достигнутое. Пусть детский смех в этот праздник раздается из каждого дома. От всей души желаю тепла, уюта, радости вашим семьям. Будьте счастливы, дорогие земляки!